Умудрилась 3 ореха в рот запихнуть и еще жует их. Это как хомячок получается, за щечки запичкала и кушает дальше. Ну ладно, это хорошо. Жир надо нагуливать. Так, вот в такую непогоду хотелось бы какую-то теплую историю вспомнить. Вот во Флориде жил фермер, был у него на самой окраине его владений небольшой пруд, обставленный скамеечками, лавочками, мангалами. Ну, для отдыха. По краям росли всевозможные кусты, ягоды, что-то вкусное. И вот один раз он давно не был на пруду, решил прогуляться в ту сторону. Пришел, а батюшки, а там 4 голых девушки купаются. Он, значит, подходит, они в испуге закричали, в середину пруда примерно заплыли, говорит, пока мы... Дело в том, что мы голые, мы не выйдем из пруда, пока вы не отвернетесь, не уйдете. Он говорит, девчонки, я здесь не для того, чтобы подглядывать, вот, или смотреть, как вы будете выходить из воды голые или еще что. Он поднимает ведро, говорит, я здесь для того, чтобы покормить своего аллигатора. Йоксель-поксель. Пушистые ушки. Ох ты, хулиган. 2 ореха запихнул. Я уже думал, 3 сможет. Нет, не смог. Ну ладно. Сегодня прохладно, ближе к 0. Поэтому теплую историю захотелось вспомнить. А белочкам надо набирать вес перед зимой. Ну так-то более-менее упитанные. Еще вон запасы всевозможные делают. Не знаю, как она это будет искать под снегом. Пушистик. Ну-ка, где твой запас? Ой, 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 фу ты, ну ты.